В американском штате Северная Каролина полицейский застрелил глухонемого водителя. В городе Шарлотт патрульный пытался остановить автомобиль, превысивший скорость. Водитель, 29-летний Кевин Харрис, подчинился не сразу, а после того, как он вышел из машины, между ним и офицером началась стычка. Впрочем, это версия самих служб безопасности. У очевидцев есть другая. Якобы полицейский сразу выстрелил в водителя, как только тот вышел из машины. Сейчас следствие выясняет, понимал ли Харрис, что его преследует полиция, а также знал ли инспектор о том, что у погибшего имеются проблемы со слухом и речью. На время проверки стража порядка от работы отстранили.